Всем привет, я с вами Дейдар 2, а не один, и я иду на следующего босса, и тут просто такая жесть, вот кругом происходит. Тут нужно собрать 9 ломов, 2 я уже собрал. Враги вообще довольно тяжелые, сложность на троечку тут из 5 вроде как, вот этот чувак, он опасный тут. Опа, 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 аккуратно. Этот чувак будет подрезать всех, он своих задевает, из-за этого он помогает мне только. Нет. Ай-яй-яй-яй. Ладно, отлично. Отлично, 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 вот согрелся. Вот он где, мотор. Не вижу, что он делает. Ай-яй-яй, бежит, бежит. Так, отлично. Опа, опа, опа. Получай. Очень много было приключений, но самое запоминающееся, что было сегодня, это то, что, в принципе, у меня ехала машина, и, прикиньте, я там так эпично выпал из своей, что прям под ней, как бы, на меня ехала тачка, и я так под ней проскользил, и она меня не задела, это было прям очень эпично, я думал, меня задавит она, но нет, повезло. Просто повезло. Так, что это у нас? А, это мы можем кидать как-то. Ой, не помню, как кидать. А, вот так вот. Точно. Стой, почему? Я же хочу. А, то есть на нолик бросить. Так. Отличненько. Так, самое главное, смотрим в оба. Тут можно многое пропустить. А, кстати, еще возьмем эту штуку. О, смотрите-ка, у нас там как раз таки оп, попал, блин, не попал, не хочу просто тратить патроны лишние, отсюда мы больше ни во что не попадем, да, просто смотрим внимательно, лом не хочется пропускать, есть, так, эмблема одна из 4, то есть еще у нас 3 тут эмблемки, тут очень много врагов. Давай, бить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За точки мне жалко тратить на таких неудачников, как вот этот вот. Так что буду за точки тратить с умом. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Играем аккуратненько. Так, еще один ломик собираем. У нас уже 5 ломов. Так. Открываем, видать, то ли короткий путь, то ли как-то путь вверх. Не очень пока понятно. Тут, наверное, путь вверх, да. А там тогда другое. Смотрите, их довольно много тут. Так, сначала врагов с оружием. Давайте-ка как-нибудь выманим. Фух. Жестоко подсказывает. Эй, чмот. Самый максимальный урон сейчас можно нанести. Так что стараемся не тех, кто с оружием. Блин. А, добьем за точкой, потому что больных много тут. Так, так, так. Ай, блин, пропустил. Пропустил. Обидно. Обидно. Снова пропустить? Да ладно, чё-то мой враг. А, смотрите, избивает просто. Какие-то прям. А, все загасили. Просто загасили. Вообще их что-то очень много. Даже не ожидал, что меня они так завалят. Фух, это прям жестоко, жестоко. Ну ничего, сейчас камбэк сделаем, вернемся. Ну что-то загрузка такая долго, слушайте. Что обычно так быстро грузить, а тут как-то такое. Ну что, давай, давай, давай. Где я начну, самое интересное. Так, начинаем мы вот с этого момента. Все, что мы собрали, у нас сохраняется. То я такой, блин, неужели раньше у меня тоже там сохранилось где-то. Я с самого начала запустили, такой, блин, все заново что-то собирать. Ну нет. Как-то
Так, понятно, там у нас жесть полная. Но откроем, естественно, пусть к этой жести. Мы пока не будем идти. Просто откроем. А сами пойдем наверх и посмотрим, что здесь, в принципе. Здесь, скорее всего, лом и... Наверное, эмблема должна быть. А, просто эмблема? Да ладно. Просто одна эмблема. Офигеть, это вторая эмблема из четырех. То есть нам эту жесть сейчас надо пройти с этими кучей ребят. Так, будем стараться тогда убивать их как-нибудь. Блин, они сейчас стреляются. Так, опа, раз, два, три. Так, вот этот вот желтого, он какой-то больно уклонистый. Забиваем его за точечку. Нафиг. Теперь кстати, с оружием. Оп. 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 Опа. Опа. Ай-яй-яй. Он выпал у нас. Повезло. Так. Идеально. Ну и все, эти конец, в принципе. Прям идеально, смотрите, прошли. Ни одного этого прям. Урона не понесли в этот раз. Так, третий эмблема из четырех. Фух. Так вообще нормальненько. Они порисовали. Так, там, значит, есть, по-моему, путь наверх, если они 6 из 9. Так, еще один патрончик. Или он просто упал. Да, он просто прыгнул с этой штуки. Так, возьмем, может. Не знаю. Давайте оружие возьмем. Почему бы и нет, в принципе, если он валяется, чего его не взять. Все равно чувствуется, пригодится. А, еда, которая нам в принципе не нужна, так что ставим ее на всякий случай. Канистру. Канистра нам тоже, походу, не нужна. Так, 7-9 мама. Теперь надо внимательно. Тут эмблема, значит, где-то еще. Самое главное, эмблему не пропустить. Лом-то ладно, лом можно будет побегать найти. Эмблемки, они обычно спрятаны довольно-таки хорошо. Всегда некоторые. Некоторые не так, чтобы сильно, но... Там, как нам ждет, наверное, босс и всякая жесть. А, или босс вон там, около этой статуи. Нет, тут сразу босс, смотрите-ка, походу. Заполняем флягу с водой. По максимуму. Я не выполняю миссии, я выполняю какое-то побочное, естественно, задание. Точнее, просто ехал, захотел. Потому что, ну, не знаю, нравится ли это. Побочки тут даже, по-моему, интереснее, чем все это. Культя. Новый враг культя. Come here, little pest. Come here, little pest. Time for the snip snip. Я Евнух, хамоватый главарь лагеря всевидящий, своей причиндалом потерял давным-давно, но по-прежнему считает себя крутым мачо. Единственный способ, который он может это доказать, это насилие. И мне сказали, что он боится огня. Такой же, наверное, босс, в принципе, как предыдущий. Он не сюжетный. О, нет, тут, походу, посложнее будет. Как-то рандомно включается огонь, судя по всему. Ого, что враги? Ух ты, блин. Ой-ой-ой, господи, это прям так, такая жесть. Честно. Ой-ой-ой. Так, аккуратно с огнем мы тут. Просто максимально аккуратно с огнем. Выпиваем воду и бежим нафиг, блин. Пусть он там убивает своих ребят. Пусть ребята умирают от огня его. Да. Поинтереснее с этим чоком бой.
Так, так, огонь, огонь. Опа! Так. Этот не включился. Так, надо убить вот этого чувака, чтобы он не мешал. Нормально, да? Еще. О, так, огонь. Сумели. А, нет, не сумели. Да, да. Ей-ей-ей. Бежим, бежим. Боится огня и огонь повсюду. Прям странный человек. Давай, беги сюда. Так, тут какие-то штуки можно подобрать. Я все-таки возьмем, да? О, прям на огонь. О, ужас вообще. Пляжка с водой очень нужна в этом бою прям. Тут рандомно включается огонь. Так что очень надо аккуратно. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Вот, тебе огоньком получай. Фух. Поинтереснее будет, чем тот, тот босс, походу, был самый такой легкий. Сразу. И на огонь. Да. Идеально получилось. Иди сюда. Тут должно как раз будет действовать огонь. Угу. Будем драться на этой зоне. Удобно, в принципе. Вот он пропускает и сразу ему. Раз. Два. Три, четыре. Ой-ой-ой. Вот. Опа. Опа. Хо-хо-хо. Это просто да. Опа. Огонь, блин. На огонь не хочется попасть, естественно. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой-ой, прям чуть-чуть не попался. Еще есть вода, да? Отлично. Ну, как хочется, чтобы на огонь попал, но что-то все никак не хочет. Давай. Опа. Ладно, будем как его тогда добивать. Их осталось не так много, но... О! Что-то много он снял. Раз, два, три, четыре, пять. На, прям идеально, слушайте. Все, его можно будет сейчас добить. Фаталить. В принципе, как и того, добиваем. Ничего такого. Ну, отлично, все. Врагов нет, убить главаря. Эмблема. А, реликвии еще прошлого и лом. Будем искать. А с вами был Вейдар 2. Ставьте лайк. У нас доступна новая покраска. Группа клевая. Ладно, всем бай-бай.